Следующая песня называется «Главный росоман страны». Да, здесь очень простой танец. Смотрите. Две руки сюда. Две руки сюда. Две руки сюда. Две руки сюда. И это на припеве. Доберемся. Двигаемся, Владивосток. Больше, больше, больше. Буя! Главный росоман страны, кому женщины и деньги не нужны, кто волосы совсем не стрижет, и Вавилон жжет, Вавилон жжет, Вавилон. Он черпает знания из книг, он мудрость и надежный проводник, он аскет и дух его силен, уж кто-кто, а он жарит Вавилон. И так главный росоман — это Вассерман, вот что хранит его потайной карман. У него есть план, у него всегда есть план. Мистер Вассерман, you my number one. Еще раз, главный росоман — это Вассерман, вот что хранит его потайной карман. У него есть план, у него всегда есть план. Мистер Вассерман, you my number one. Скажите, вот это поворот, как вообще такое в голову придет? Но факты за себя говорят. Он залегалайз, он давно залегалайз, брат. Ты попробуй, Анатолий, обыщи. У него всегда припрятан добрый щит. Я секрет раскрою, Джанина простит. Он в собственных карманах и растит. И так, главный росоман — это Вассерман. Хранит его потайной карман. У него есть план, у него всегда есть план. Это Вассерман. Люблю вас, ребят. Главный росоман — это Вассерман. Вот кто хранит его потайной карман. У него есть план, у него всегда есть план. Это Вассерман. You my number one. Последний танец. Итак, танец. Руки сюда. Готовы, ребят? Поднимайте, 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 иначе мы замерзли. Смотрите, руки здесь, итак. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да, еще. Раз, два, три, четыре. Везде, везде, еще. Готовы? Все вместе. Один тоже танец. И... Главный росоман — это Вассерман. Вот, что хранит его потайной карман. У него есть план, у него всегда есть план. Еще, Владивосток, еще! Главный росоман — это Вассерман. Вот, кто хранит его потайной карман. У него есть план, у него всегда есть план. Мистер Вассерман, you're my number one.